Вниманию самарцев! Администрация городского округа Самара информирует жителей о функционировании информационной системы «Моя Самара», где можно оставить обращение об актуальных проблемах городских территорий. Чтобы оставить обращение, необходимо зайти на главную страницу сервиса и выбрать раздел «Сообщить о проблемах». После этого на экране появятся 18 категорий, по которым можно подать заявку. Например, ямы на дорогах, открытые люки, невывезенный мусор, безнадзорные собаки, расклейка объявлений, аварийные деревья, незаконно установленные места торговли, нарушение правил продажи алкоголя, незаконно установленные рекламные конструкции и другое. После выбора категории обращения необходимо пройти процедуру регистрации. После регистрации на экране высветится интерактивная карта города, на которой можно отметить проблемное место, указав адрес. Здесь также можно оставить комментарий и разместить фотографии. Поступившие обращения рассматриваются профильными департаментами и администрациями внутригородских районов Самары. Срок рассмотрения обращений, поступающих на портал «Моя Самара», строго регламентирован и составляет от 1 дня до 30 суток.